Сегодня ведущие операторы сотовой связи и провайдеры обсуждали перспективы развития технологий в Красноярском крае. Например, в ближайшие 5 лет в краевом центре появится сразу более 1000 новых точек с бесплатным Wi-Fi. У горожан же более популярным станет высокоскоростной доступ к сети 3G. Говорили сегодня операторы и о проблемах, например, о сложностях при строительстве базовых станций в новых микрорайонах. Популярность сети 3G в ближайшие годы должна вырасти в Красноярском крае в несколько раз, и прежде всего за счет прироста абонентов в крупных населенных пунктах. Серьезно подрастет и число пользователей стандарта LTE. Эту связь 4-го поколения сегодня на территории края уже запустили 2 оператора. В разы больше станет и пользователей услуги мобильный банк. Сейчас доля этого сервиса очень небольшая, но опять-таки буквально, как Казимир Станиславович правильно говорил про сотовые телефоны, 4-5 лет – это вот тот период, за который что-то очень важное, очень интересное становится, ну, для небольшого количества людей становится общепринятой нормой. Точно так же мобильный банкинг, мобильная коммерция, они, собственно говоря, станут неотъемлемой частью жизни будущего. На совещании поднимали и вопрос о сосуществовании федеральных и местных игроков рынка интернет-услуг. Красноярские провайдеры уверены, выжить да удастся далеко не всем региональным операторам. И от этого пострадают прежде всего пользователи всемирной паутины. Выдержать конкуренцию местные компании смогут лишь за счет появления новых услуг и более дешевого интернета. Этот рынок при тех ценах для федеральных операторов связи, при низких ценах, он на самом деле не интересен. Вот. Они привыкли зарабатывать деньги, скажем так, на сотовой связи, скажем так, где абонент платит, ну, 600-1000 рублей в месяц, и за счет этого они получают какую-то прибыль. На рынке ШПД в городе Красноярске, значит, два пути. Либо будут местные операторы, и наши жители города Красноярска будут платить 500-1000 рублей за каждую квартиру только за интернет, либо все-таки останутся местные операторы связи. Мобильные операторы пообещали улучшить качество предоставляемой сотовой связи, ведь в последнее время к ней у красноярцев огромное количество нареканий. Особенно это касается новых микрорайонов, таких как Покровский. Операторы говорят, что зачастую плохая связь в домах из-за того, что собственники жилья категорически против установки базовых станций на многоэтажках. Операторы сотовой связи сегодня обратились к городским властям с просьбой повлиять на строителей, чтобы те, в свою очередь, при застройке новых микрорайонов заранее выделяли места под строительство новых базовых станций. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-5504 или пишите на сайт afontova.ru. Сергей Кузовков, Михаил Ткачук, Олег Голубин, Афонтова. Новости.